My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty. Сегодня доброе творение. И сегодня мы вам покажем ель, которую мы стригли в прошлом году. Один раз она была стрижена. Вот такого формата она сейчас стала. Посмотрите. В принципе, она опушилась, такая ровненькая, красивая. Вот смотрите, мы подстрижем вот эти вот веточки. И уберем те, которые сильно выступают. Я думаю, высотой тоже не нужно такую. Вот так и все, мы в этом году ее так и оставим. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh,